Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Prius Alpha Hybrid 2012 год в красивом сером цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, гибридная установка в 60 кВт. Красивые оригинальные литые диски на хорошей летней резине. Пробег 161 тысяча километров. По салону у нас чистый, темный, ухоженный салон. Не прокуренный. Имеется режим эко, климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал. Ну и пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 105, 98, 107, 101, 110. 110, 103, 102, 102, 93, 117.